Друзья, решили зайти в магазин, сейчас проезжали тут недалеко и решили зайти в магазин Таврия. У нас погодка хорошая, теплота такая, а у нас это называется Таврия В. Хотим что-нибудь купить, что-то поесть, да, Саша? Что-то приготовить. В общем, проезжали здесь рядом, решили зайти. Такие дорогие помидоры. Но это черри маленькие, понятно, 35 гривен. А вот обычные помидоры 47,90. Ну что это? Это очень дорого. Вот это 39 гривен. А вот самые обычные полевые 27,70. На рынке 16-17 гривен. Здесь цена, конечно, на помидоры очень дорогая. Кабачки 22 гривны. Свекла 9,90. Картофель 13,90. Лук 9,90. Вот на сосиски, на сардельки уценка. Минус 32%, минус 30%. Здесь минус 42%. Вот такая колбаса докторская, сосисочки, сарделечки, все по скидочке. Сыр моцарелла тоже скидка. Сейчас возьмем сыр, может быть, пиццу будем делать. Возьмем кусочек сыра. Тоже есть по скидочке сыр ахтырский, российский называется. Купили мы на пиццу сыр, кусочек мяса, ну и, конечно, пиво. Саша взял пиво обязательно. Вот, так что будем делать пиццу. Не знаю, сегодня или завтра, но как-нибудь сделаем, да? С пивом. Пицца с пивом будет у нас. Ну что, я на кухне. И, конечно же, я сейчас приступаю делать пиццу. Тесто у меня на кислом молоке. Я сюда добавляю яйцо. Соли, сахара и чуть-чуть, пол чайной ложечки соды. И вот такое вот тесто замешиваю и раскатываю. И потом будет у нас сегодня пицца. Ну что, тесто мое уже я замесила и оставляю, чтобы оно немножечко постояло. А в это время я нарежу кусочек ветчины. И натру на терку сыр. Ветчина у меня нарезана. И сыр у меня уже тоже натертый. Я это убираю и буду раскатывать тесто. Итак, я раскатала тесто и уже уложила на противень. Ну и здесь обычно смазывают кетчупом, майонезом. Но у меня вместо кетчупа... мой томатный такой вот соус, который я делаю сама из помидор. Ну и майонезом тоже смажу. Вот таким образом я размазываю. И, конечно, сюда же добавляю сразу и майонезик. И вот этой вот массой я смажу весь корж. Так это щедро, побольше, и тогда пицца будет сочней. В общем, смазываю, да, и в это время я уже включила духовочку. Пусть греется, потому что я сейчас это дело смажу и сразу уже посыплю ветчиной и сразу в духовочку. Поэтому духовка у меня уже греется. Ой, такая сочная у меня приправка, и она уже так пахнет. В общем, должна быть пицца вкусная. Это пицца чисто по-моему, знаете. Я себе вот таким образом делаю каждый раз. Она у меня и тесто мне нравится на кефире, либо на кислом молоке. Ну и, конечно, вот эта вот намазочка, которая мои помидоры протертые,
и с майонезиком, и она более такая сочная и вкусная. Вот, в общем, намазала, и сейчас, конечно, ветчиной все это притрусим и будем вкладывать в духовочку. Ну что, духовочка наша разогрета, и пицца идет в духовочку. Так, прошло время, и я смотрю, что наша пицца уже почти готовая, и мне осталось только посыпать ее сыром. Сейчас посыпаем вкусненьким сыром. Все, сыром посыпали. И на этом этапе можно уже выключать духовку. Сыр расплавится и так. Так что выключаем духовочку и ждем самого вкусного момента. Все, готово, готово. Наша пицца готова. Посмотрите, какая она красивая, аппетитная, ароматная, зажаренная, румяная. Это просто супер. И, конечно же, мы сейчас с Сашей по стаканчику пива, по куску пиццы. И это будет роскошный обед. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписался. Ну и приятного аппетита, кто вместе с нами. И пока!